Вообще это просто сказка. Вы посмотрите, какие кусочки. Прям сок течет. О. Ребята, всем огромный привет. Сегодня готовим свиную грудинку по очень интересному рецепту. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на мой канал. Но мы начинаем. Поехали. Первым делом взвесим мясо. Так, обнулили. Три килограмма, 100 грамм. Ну, 3 килограмма. Так, на каждый килограмм продукта мы будем использовать 10 грамм нитритной соли и 10 грамм поваренной соли. Отмеряем. 30 грамм нам нужно поваренной соли. Ну, примерно. Тарелочку и также нитритную соль добавляем, 30 грамм. Ну и от себятины чуть-чуть, вот так вот. Добавляем. Ребят, добавляйте специи на ваше усмотрение. Я добавляю черный перец молотый, перец чили, смесь перцев. По желанию можно добавить просто паприки. Всю эту красоту мы перемешаем. Я, пожалуй, еще чуть-чуть добавлю чили. Ну и все, и маринуем нашу грудиночку свиную. Посыпаем смесью грудиночку. И тщательно втираем. Замариновали нашу грудинку. Следующий теперь этап — всю эту красоту замотать в пищевую стрич-пленку. В принципе, можно и в вакуумный пакет, либо в обычный целлофановый пакет завязать его на узел. Укладываем грудиночку и начинаем всю эту красоту закручивать. И маринуем нашу грудинку в холодильнике 10 дней. И обязательно каждый день делать ей массаж. Вот так. Ну и переворачивайте местами. Ну все, друзья, встретимся через 10 дней. Для вас это буквально секунда, а для меня целых 10 дней. А я пошел мариновать. Друзья, и самое главное, подпишитесь на канал. Поставьте лайк. И напишите комментарий, как вы делаете вот такую вкусную грудинку. Я буду очень рад. До встречи. Скоро увидимся. Ребятки, всем приветики. Прошло 10 дней, как мариновалась наша грудиночка. Сейчас мы всю красоту достаем. И снимаем с нее вот эту вот стрейч-пленочку. Так. Ох, ребята, запах. Просто песня.
Ну, конечно, она дала сок. Все это промариновалось. Так, это мы все на выкинтос. Что мы делаем? В шкурке убираем лишние специи. Так, пытаемся все это дело завернуть в рулетик и замотать вот этой вот веревочкой. Все, ребятушки, завязали нашу грудиночку. Ну, это тоже расчехлю сейчас по-быстрому. Можете, в принципе, промыть под струей воды. Ничего не будет. Потом бумажными полотенцами вытереть насухо и все. Ну, этот кусок я не буду завязывать. Я вот прям вот так его запеку. Ребята, все мы упаковали, как положено. Теперь рассказываю процесс. Самое главное. Мы загружаем все это дело в духовку, у меня она электрическая, и ставим на 2,5 часа при температуре 100 градусов. Можете оставить и на 3, ничего страшного не будет. Шкур не сгорит. Потом мы все это дело выключаем, естественно, она там остывает, и на следующий день встречаемся, и быстро бежим кушать. Быстро бежим кушать. Всем до встречи. Так, друзья мои, включаем нашу духовочку. Выставляем температуру 100 градусов. И на 2,5 часа укладываем наш рулетик вот так бочком. И кусочек грудиночки. Все. Запускаем. И еще мы снизу поставили жироприемник сюда, чтобы жирок капал. Ну и все, и погнали готовить. Как выключу, остынет, и завтра уже на дегустации встретимся. Ребята, начинаем дегустацию. Ну что, давайте вот этот кусочек разрежем. Прямо посередине. Ух. Ребята, вы только посмотрите на эту красотищу. Это просто песня. Давайте сразу еще вот этот кусок сейчас разрежу. Пополам. Ну, здесь тоже вопросов никаких абсолютно. Все идеально. Ребятушки, день дегустации настал. За это выпьем 50 грамм натурпродукта. И поздравим всех моих дорогих подписчиков с наступающим Новым годом. Всем здоровья, успехов, ребят. И еще хочу передать привет огромному кулинарному союзу. Вот тоже пацаны, всем респект. В общем, давайте, за вас, за всех. Будьте здоровы. О. Давайте начнем с грудиночки. Ребята, это чистый мед. По соли идеально, по специям идеально, по запеканию идеально. 3 пятерки. Так, давайте рулетик еще сейчас отведаем.
Ну здесь вообще, смотри, какая песня. Ребятушки, ну так посмотрите, какая красотища. Обязательно готовьте, ребят. Рулет зайдет всем. Хочу сказать, 2,5 часа для запекания при температуре 100 градусов – это достаточно. Самое главное, повторюсь, чтобы грудинка сама остыла в духовке. Ну, в принципе, и все. Обязательно готовьте это блюдо. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ждите новых рецептов и просто будьте с нами. Ну, сегодня без колокольчика. Всем до встречи, друзья. Пока. Пока.